Добрый вечер. Извините, что без волынки. Она классическая театральная актриса. Ее карьера начиналась в Old Vic, продолжилась в королевской шекспировской труппе. Она работала с Питером Бруком. Мы увидели ее первый раз в «Долгом прощании» Роберта Олтмана. Заметили в «О счастливчике» Линдзе Андерсона. Мы дома во время ВХСных просмотров восхищались ее интеллектуальной смелостью, когда смотрели «Калигулу». И окончательно полюбили в шедевре Питера Гринуэя «Повар-вор», его жена и ее любовник. Она обладательница «Оскара», «Голден Глобов», призов Венецианского и Каннского фестиваля. Она сыграла такое количество королев. Королеву Шарлотту, Елизавету I. И одна из ее последних шедевральных работ – это королева Елизавета II в фильме Стивена Фрирза. Но здесь, в Москве, она может чувствовать себя как дома. Потому что она праправнучка русского фельдмаршала, она внучка полковника императорской армии. И здесь ее можно называть просто Елена Васильевна Миронова. Королева британской театральной сцены и королева мирового кинематографа Хелен Миррен. Внимание на экран! Мирен, дамы и господа, встречайте! I'm proud to present this prize, Your Majesty. Ваше Величество, я счастлив вручить вам эту награду. Спасибо. Спасибо за эту большую честь. Моя семья соединила меня за великой историей русского искусства. And now I'll go into English. А сейчас я перейду на английский. Please sit down. Пожалуйста, садитесь. This is an incredible honor. The history of Russian acting is so deep within you and certainly within me. Это невероятная награда, потому что история российского актерского мастерства – это, безусловно, нечто принадлежащее и мне тоже. Это внутри меня. One of my ancestors, in fact, began one of the very first surf theaters on his estates here in Russia. Many hundreds of years ago.
Много сотен лет тому назад один из моих предков основал один из первых крепостных театров здесь, в России. I am indeed half Russian. И я такая крепкая русская. I always say it's my bottom half that's Russian. Я наполовину русская, я всегда говорю, что нижняя половина русская. But I am sure it's because of my Russian blood that I became an actress. Я уверена, что я стала актрисой благодаря своей русской крови. The name Stanislavski is of immeasurable importance to us actors. Имя Станиславского является чрезвычайно важным для нас, актеров. He created everything that's modern in acting, both in theater and in film. Вся современность актерского мастерства, причем это касается как театра, так и кино, создана им. So to receive this award here in the country that he worked, where he created, from my people, I'm immensely honored and proud. Thank you. Так что получить эту награду в той стране, где он жил, где он творил, от моих людей, от моего народа, это очень здорово, и я этим горжусь. And I'm very proud to be presenting The Debt here. It's a film I'm very proud of. It's my latest film. So I really hope that the Russian people will enjoy that film as well. И я также рада представить здесь свой последний фильм «Расплата». Я надеюсь, что в России этот фильм понравится. So thank you. Спасибо. Спасибо. I've got too much power. Итак, дамы и господа, 33-й Московский международный кинофестиваль закрыт.